Там есть какое-то место, где, короче, чисто такой квартал бомжей конкретно. То есть не то, чтобы там уличка какая-то, а целый вот район прям. Такой бомжатский, заброшенный. Там никто, блядь, особо не живет. Дома все заброшенные, все улицы, все дворы и тупо в бомжах. И там говорят, что там пиздец опасно, там ночью вообще делать нехуй. Да тебе среди белого дня, типа, могут просто на любой улице просто там несколько бомжей подкараулить, ножами затыкать и просто съебался там дать. И все. И там, типа, никто ничего не расследует. Ну вот объясни, все дома заброшены, а бомжи живут на улице. Они, блядь, настолько тупые. Потому что там решаловские живут. Что, они настолько тупые, что они не могут занять эти дома. Решалы 4 заводских, блядь, просто и все. Ты, чувак, ты хочешь сказать, что нам боятся давно, блядь, которые не могут просто зайти в дом, чтобы не быть бомжами? Убил. Дело. Ну, он просто отходил, парень просто, ну, типа, он новичок, нубик, видно, что потерялся. Ага. 5 minutes later. Ёбаная фрагментация произошла по всему телу. Не, это дробовик просто. А. Картечь по всем частям же летит. Картечь, значит, стреляет. Это хорошо, что картечь. Картечь это для нас хорошо. Для тех, у кого забранники. Клип, ты там как? Сейчас я... Так, Вова, ты аккуратно. Петрис немножко играю. Я эту комнату открываю, эту. А, тут уже... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ебать! Отходи, если можешь. Убил обоих? Да, в 14-й. О, но. Дед долбоёбы, блядь. Суки. То есть они сидели в 14-м? Да. С другого торца. Пушки? Тебе несколько... помочь или справишься? Не, трёшка. Трёшки уже, да, внутри, я понял? А, слышу. Минус один. Еще в магазине. Я на втором есть. Этаже. Тихо. Уже. Тут же на второй поднялся. Я на второй поднялся. Закрыл весь. Я подброшу. Я на первый спустился. Ты где? Чтобы тебя не убить, ты где? Я у торца тут отбегаю назад, меня гранатами закидывают. А, ты в атаке, да, я понял? Да. Ко мне спиной, я дверь открыл, может туда отойти. Я отошел дальше, к автобусной, меня гранатами закидывают. А, я убил типа, я думал, ты закидываешь гранаты. Нет. Да? Я на улице. Убил я его. Я засяду, чисто поле. Тихо. Стоит, у меня есть поход. Понял. Вот или кто? Не, не кровь. Вы на стенке что ли шел? Тихо. Двое. Вот. Бегу. Они где? Около машины, что ли? Женя, иди, пожалуйста. Вот, да и не ближе машины. Вот он стреляет. За этим. За я их слева фланкую. Минус два. Вижу одного. Это я бегаю! Нет, все, понял. Обоих убил, что ли? Да, я же сказал, я обоих убил. Лицал обоих. Да. Сейчас иксоп, сейчас пусть заедут. Ты воюешь с ними, нет? Нет. Я наебашил, а они отошли. Меня пришивает пытаться. Один как где-то там бить. Я точно так же в коридоре стою. Один возможно убить, я не забрал отход. Граната, я умер. Нет, его скажут убить. Минус. Я его ебанул в затылок. Да, минус две фулки. Закрою. Минус один. Хорош. Фи.
и я поднялся к тебе на третий. Он там просто бегает, батя. Я в одной из комнат на третьем. Сейчас убью. Граната. Меня убил он. А, я понял, я на первом. Один левее. Омае ва моу синдеиру. НАНИ?! Ёб твою мать! Фух, я... Ещё один! Меня убили, всё. Двое было. На первом. Прям на лестнице. Синий рюкзак. Пилигрим у кого? Нет, не у меня. У магазина ходит он. Двое. Тихо. Одного убил. Да. Магазина. Не-не-не, у магазина еще. Типа с пилигримом я нашел. Я убил его. И я одного убил с пилигримом. Это другие. Это бот, скорее всего, был, нет? Тут трое. У меня трое возле магазина. Бегу к тебе, Жень. Бля, ребят, я очень красный, у меня 80 кп. Прячься. Я троих здесь. Так... Минус 3 ЧВК. Дальше у тебя не будет. Ваш потил уже? Я его убил, все. Пошел нахуй. Пошли вы оба нахуй, пацаны.